Коллеги, RetailTech вновь на ваших экранах. Рядом со мной новые интересные спикеры. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете. Добрый день, Сергей. Меня зовут Сергей Карпов. Мы представляем компанию Sanmi Technology. Это китайская компания, которая является стартапом. Ей всего 7 лет. И компания является дочерним предприятием компании Alibaba. То есть это одна из инвестиционных направлений компании Alibaba. Всемирно известная, большая и так далее. Мой коллега. Здравствуйте, меня зовут Виктор Песковацков, я технический директор нашего представительства в нашем регионе, примерно на 10 стран, собственно говоря, да, и мы с удовольствием расскажем про нашу компанию, да. Хорошо, ну, компания, несмотря на то, что мы говорим, что мы стартап, и все-таки сейчас является глобальным игроком, потому что присутствие у нас больше, чем в 130 странах по всему миру. В прошлом году было открыто представительство в России, которое отвечает за работу в странах СНГ и, собственно, в России. Компания производит платформы на операционной системе Android. Собственно, это наше основное направление. Мы не занимаемся никакими другими направлениями. При этом спектр продукции нашей компании достаточно широк. И он направлен на несколько глобальных индустрий, где, собственно, ритейл является в самом верху. Например, мы для современных небольших розничных магазинов готовы поставлять комплекты, которые начинаются там от видеокамер для Face ID и оплаты по Face ID, и даже сетевое оборудование, я уже не говорю про электронные ценники на полках, про устройства типа вот такого, которое занимается просто мобильным приемом платежей и печатанием чека, как это принято у нас в России с фискализованным, да, и устройства такого типа, которые предназначены для того, чтобы складские работники или работники, которые выставляют товары на полку, сканировали их и соответствующим образом обрабатывали в своих внутренних системах и так далее, и так далее. То есть фактически мы можем поставить готовый комплект на небольшому по размеру магазину для того, чтобы полностью автоматизировать с точки зрения инфраструктурной платформы деятельность этого магазина. Естественно, программное обеспечение должно быть поставлено и разработано самим магазином, и бизнес-процессы выполняться по тем нормам и правилам и принятым стандартам в том или ином, в той или иной розничной сети или в магазине. Теперь, наверное, очень важный вопрос, почему Android, да? И вот эта тенденция на самом деле видна очень сильно. Вот вчера была на конференции интересная сессия, где один из наших коллег, который живет и работает в Китае и работает в одной из венчурных компаний, сказал фразу, которая, наверное, и нас в каком-то смысле сразу же перевела в состояние, почему, собственно, китайские рекомендации и китайские технологии применяются в ритейле и почему на Китай смотрят со всего мира. Ответ очень простой. Вот со слов этого уважаемого коллеги, специалиста в области ритейла, который специалист в том числе и в венчурном инвестировании, он сказал, что Китай от 15 до 20 лет находится впереди по развитию ритейл-индустрии по сравнению с США, Европой и нами. И, собственно говоря, вот весь интерес, почему весь мир сейчас смотрит на Китай, потому что там появляются такие методологии новых бизнес-процессов в ритейле, которых нету ни в одной другой стране. И, собственно, именно поэтому во многом китайский опыт может быть определяющим, направляющим для многих компаний, которые хотели бы развиваться сегодня и которые хотели бы быть инновационными у нас в стране для того, чтобы принести новые методики, новые способы, как онлайн, так и офлайн работы с покупателями в ритейл-индустрии. Вот, собственно, и ответ. Ну, а дальше возвращаясь к тому, что мы делаем. Мы поставляем андроидные платформы. Причем Android это принципиально для нашей компании. Да, с первого дня развития это было построено как основной базовый принцип тех продуктовых направлений, которые мы предлагаем. Почему Android, почему не другие операционные среды, скажем, не Linux, не Windows, которые очень широко распространены сейчас в ритейл-индустрии? По одной простой причине. Android с точки зрения экономики владения платформой экономически более выгоден. Почему? Ну, во-первых, потому что это открытая платформа, да, все-таки, несмотря на то, что в нашей компании есть свой магазин приложений, есть альянсные партнеры, приложений там более 2000, на самом деле, дальше в среде Android вы открыты для всего мира, вы можете, в конце концов, взять APK-файл любого вам нужного производителя и закачать на свое устройство и начать им использоваться. Первое. Второе. Если вы разрабатываете свои собственные какие-то программные продукты, автоматизируя бизнес-процессы, то доступность программистов на Android гораздо больше, чем для любой другой операционной среды. И более того, интересно, что средняя заработная плата таких программистов тоже на самом деле ниже, чем в сравнимых других операционных средах. Да? Ну и третье. Все-таки, да, мы очень хотим, чтобы заказчики покупали наши платформы, но Android не привязывает вас к одному производителю. Да? Вот нет вот этой вот ситуации, что вот вы попали, и простите меня,
да, когда что-то происходит не то, вас не устраивает какой-то производитель, а вы не можете от него никуда уйти, потому что вы привязаны тем или иным способом и часто очень операционной средой. Вот в этом смысле Android совершенно, это открытая платформа, действительно, и это основные преимущества наших платформ и нашего принципа работы. Ну и последнее, хотел бы отметить, что вот вы, наверное, видите достаточно хорошо выглядящее устройство. Мы хотим похвалиться тем, что на нескольких международных выставках мы получили награды за лучший дизайн устройств, которых, как казалось бы, вот в реальной жизни, вот они просто такие утилитарные. Но мне кажется, что любой человек, который приходит на работу и который хочет быть мотивирован, когда ты кладешь устройство в руку, которое рука мает, в хорошем смысле этого слова, это здорово. Это просто еще один дополнительный плюс, чтобы мы, ну, мы живем, мы на работу ходим для того, чтобы зарабатывать деньги, но хочется всегда иметь вокруг себя среду удобную, приятную и красивую. С этим я хотел передать слово Виктору. Виктор, наверное, расскажет немножко больше про наши продуктовые линейки и наши основные технологические преимущества. С удовольствием расскажу. И ложечку меда в нашу бочечку меда добавлю. Абсолютно Сергей прав. Мы делаем платформы хардверные, которые работают на Android. И действительно можно разрабатывать софт, который, к сожалению, часто можно использовать не только на наших устройствах. Но всегда есть но. То есть наше устройство достаточно инновационное, и наша сборка андроида, которая используется, она очень часто включает такие фишечки, которые могут и не быть у конкурентов. Как то фейс-биометрия, как то всякие payment, защищенные вещи и так далее. То есть, безусловно, большинство функций будет работать везде, но есть такие, которые есть только у нас, ну и еще там у пары компаний, возможно. То есть они в ряде наших устройств, как бы они ни выглядели, а компания производит примерно 50 разных линеек продуктов, 50. И там много-много конфигураций. То есть они могут быть маленькие, носимые, настольные, напольные, настенные, какие угодно, но все они работают и программируются с одного SDK, по сути, который мы предоставляем нашим клиентам или партнерам, которые разрабатывают это программное обеспечение. И они включают в себя очень хорошие, ну, там, комплектующие, то есть железо, не самое дешевое, которое можно найти в Китае, как делают там какие-то другие компании, а мы проверенное временем очень хорошие там решения делаем для того, чтобы они прекрасно работали. С железной точки зрения это действительно, как Сергей сказал, очень хорошие технические средства. С софтверной точки зрения у нас очень продвинутый хороший SDK, который там позволяет очень быстро разрабатывать или портировать разработанный ранее софт. Поэтому у нас действительно там много тысяч партнеров в разных странах. Я даже видел последнюю известность, больше 200 стран мы присутствуем, но, конечно, там больше 100 стран, там много-много партнеров, причем и больших, которые там сотнями тысяч устройств покупают. Спасибо вам за то, что сделали такой продукт. Он, правда, очень интересный, невероятно красивый. Но и спасибо, что не удешевляли максимально, потому что увидел Type-C порт и понял, что это прелесть, удобство и 21 век. Спасибо вам огромное за такое интересное интервью. И надеюсь, что эта выставка подает много интересных партнеров. Спасибо огромное. Еще одно слово, последнее.